За окном ничего не видно. Сегодня какой-то чересчур яркий день. Здравствуйте, Тимур. Добрый вечер. О спорте после короткой рекламы. Ну, а я с вами прощаюсь. Спасибо, что были. Чё говоришь, не слушая? Давай съебался. Блин, черт, и подвал закрытый. Я помню, у Ванька в 226-й они есть. От подвала-то. А Ванек? А Ванек же в подъезде валяется, точно надо его навестить. У него точно... Хули так ярко, блядь, а похуй. Опять докучает, да? Ну ты ему вон водяру возьми, братан. Он от тебя сразу и отстанет. О, бухло принес. Молодец. Ну, проходи. Чё ждешь?
Здорово, чел, не отвлекай меня, у меня соревнования по доте. Посмотри сзади, у меня что-то свалилось в соседней комнате. Даже обернуться не успеваю.